спрей для разглаживания белья. Вот он такой. Значит, я взяла палантин. Он у меня мятый, с чемодана. Вот он. Вот он какой мятый. Хорошо, по-моему, видно. Значит, сейчас я хочу провести тест на использование этого спрея. Значит, по инструкции написано, что этот спрей надо распылить на ткани и прогладить утюгом и интенсивно разгладить руками. Я не буду использовать утюг. Я хочу посмотреть, насколько я смогу разгладить его без утюга. Ну что ж, получается. Получается вроде неплохо. То есть я думаю, что этот спрей можно с успехом заменить глажку утюгом. Этим спреем можно заменить глажку утюгом. Например, там на отдыхе или еще где-то, где нет, чтобы не таскать в путешествие с собой утюг. То есть...